Жители села Зарташ Баткенской области бьют тревогу. Они обеспокоены тем, что река, протекающая вблизи, может затопить их. Местными уже были предприняты меры по строительству дамбы, но она не устояла перед большим потоком воды. Подробности в следующем материале. В реке Сох Баткенской области с каждым годом резко поднимается уровень воды, которая размывает берега. Из-за этого посевных площадей становится меньше. МЧС взялось решить эту проблему, установив дамбу, но все тщетно. К примеру, в 2014 году сделали дамбу на 100 метров, в 2015 на 115, и все же вода продолжает размывать. Если дамбу не поднять, то есть риск затопления села. Не только пассивные площади, но и дома затопит. Всего по проекту необходимо укрепить 767 метров побережья. На сегодня выполнена работа на 275 метров. До опасных зон МЧС еще не дошло, рассказывают местные жители. На сегодня длина опасных участков составляет 72 метра. Мы планируем их завершить до лета этого года. В 2014 году, когда река вышла из берегов, вода размыла 280 квадратных метров береговой территории. Разрушена часть дамбы и размыты поля, что принесло немало потерь для местных жителей. Такого повтора они не хотят. Мы не говорим, что не работает, но мы боимся, что все смоет. Никто ничего не говорит, не обещают. А от этого страдаем мы, обычные сельчане. Тем временем в МЧС сообщают, что по их данным в Баткенской области 57 наиболее опасных участков. Работу на них надо завершить до наступления весны. Диана Мамекова, Медер Ниязалиев, Общественный первый канал, Баткенская область.